Всем привет! Сегодня я тестирую пулю Ли. Пуля Ли 28 грамм, снаряженная в пластиковую гильзу. Вот таким вот способом, закатанная звездочкой. Ну, как бы есть много способов снаряжения этой пули. Но вот я думаю, что вот такой вот будет оптимален. То есть пуля находится в контейнере. Контейнер 28 грамм, спортивный контейнер для спортивной стрельбы. Вот пуля в контейнере, контейнер соответственно в гильзе, и вот таким вот образом звездочкой закатан. Пуля Ли 28 грамм, и патрон снаряжен порохом Таха, навеска 1,65 грамма. Попытаемся отстрелять эту пулю на дистанцию в 35 метров, так как пуля по своей природе подходит скорее для спортивной стрельбы, нежели для охотничьей. И, соответственно, дистанция будет не так уж и велика, всего лишь 35 метров. Стреляем вот в такую вот мишеньку. Для стрельбы применяем ружье, помповое ружье ПН-201 с установленным коллиматорным прицелом БСА Оптикс. Сейчас отстреляем, затем анализ результатов. Результаты отстрела первой серии из 8 выстрелов. Видим одно попадание, 2, 3, 4, здесь 5, 6. Еще две пули в мишень не пришли, то есть ушли куда-то в сторону. Расстояние между попаданиями, то есть кучность, здесь у нас составляет, ну, порядка 30 сантиметров, что, естественно, очень много, и результаты стрельб даже для спортивной стрельбы, результаты попадания в мишень, считаю, ну, как бы совершенно неудовлетворительными. Сейчас отстреляю еще одну серию. Посмотрим, что будет дальше. Результаты отстрела второй серии, 8 выстрелов, ну тут результаты уже маленько получше. Вот одно попадание, второе, третье, четвертое,
Ну вот, вероятно, все остальные выстрелы вот здесь. То есть в данном случае имеем кучность где-то в районе 15 сантиметров. Ну вот как бы вот такая вот пыль при стрельбе из гладкоствольного ружья Safari PM-201. Имеем вот такой вот результат на 35 метров. А за сим всем спасибо. Пока.